Так, ну мы тогда начнем. Лекция называется «Временность как категория современного искусства», да, и хотелось бы поговорить про время, потому что сегодня и в контексте фестиваля необходимо быть, и на самом деле, если говорить про современное искусство, в той или иной степени оно, конечно, касается категории времени. И готовясь к этой лекции, я попыталась сделать какую-то некую такую структуру, чтобы понимать, да, какие вообще типологии могут быть, как можно разграничивать и выделять те приемы, которые использует художник, когда он работает в контексте современного искусства. И начнем, наверное, с самого такого, одного из самых успешных художников современного искусства, Ай Вейвей. А, да, я сказала про типологию, а сама про нее не сказала. В общем-то, мы будем говорить, разделять на несколько блоков. И первое, в общем-то, первый блок – это разрушение категории ценности времени. То есть, да, почему современное искусство борется, иногда борется с предметами древности, почему они ставят под вопрос ценности и ценность древних артефактов. И один из таких ярких примеров художников, который также делает вызов и древней культуре Китая, и нашему пониманию, что такое ценность древних артефактов, это Ай Вейвей и представлена его работа. И что мы здесь с вами видим? Мы видим древний кувшин, да, так, не очень древние династии, огромное количество, да, вот этих артефактов мы можем найти в китайских музеях. Они имеют ценность для нас сейчас, потому что они древние. Но судя по их количеству, сколько их выставляют в китайских музеях, мы можем представить, что это, в принципе, достаточно обыденная вещь была, существующая в быте китайского народа, и на тот момент, когда ей пользовались, естественно, она не имела никакой ценности. Да, сейчас она для нас ценна. Сейчас мы ходим, смотрим на эти кувшины в музей, и Ай Вейвей как бы развенчивает, да, вот этот вот миф о ценности этих предметов и сравнивает этот кувшин, это сосуд, да, в котором хранится вода, приравнивает к некой, да, такой пластиковой бутылке, на которой написано «Кока-кола». И таким образом вдруг мы понимаем, что это и не Кока-кола, она для нас, этот сосуд для нас неудобен сейчас, чтобы пить из него напиток. И в то же время это уже, в принципе, испорченный предмет музейный, да, его уже нельзя сказать, что он древний, что он имеет какое-то отношение к древней китайской культуре. Еще акции, которые делал Ай Вейвей, это, собственно, да, он существует документация этих акций, перформансов. Художник просто буквально, да, на глазах зрителей начинает разбивать эти кувшины, они у него падают из рук. И еще выставка, в которой это была первая персональная выставка IWM, которую он организовывал в Берлине, в Гропиус-центре. Что он сделал? Опять мы по силуэтам видим, что это китайские кувшины. Опять мы можем представить, какую ценность они имеют, исходя из их древности. Но они покрыты краской современной, автомобильной. И, в общем-то, опять художник нивелирует ценность этих древнейших артефактов. Да, ну, сейчас мы, конечно, можем говорить о том, что они ценны, потому что их создал, их придумал Ай Вейвей, но как бы это испорченная вещь, по сути. Он взял, да, древние кувшины и покрасил их автомобильной краской, причем специально были выбраны краски, которые используются для машин, для Мерседеса и BMW.
которые очень любят китайские богатые люди. То есть, да, вот такая вот ирония, смешение ценностей, смещение ценностей, да, вот в итоге такая вот интересная вещь получается у художника. Джефф Кунц, да, один из звездных художников современности, художник, который также развенчивает категорию ценностей древних артефактов, делает, наверное, компрометирует современное искусство тем, что создает искусство, которое, ну, сложно назвать искусством, смещает категорию там эстетики и антиэстетики, кича, обыденности, профанности. И что он делает? Он, например, вот в этих работах мы можем, да, ходить в музей и любоваться либо оригиналами, либо копиями китайских, греческих и римских скульптур. Но что он делает? Он буквально вот на эти же скульптуры, да, это, конечно же, копия, он прикрепляет к ним синие такие шары и таким образом, да, создает свои работы. Что этим хотел сказать художник? Почему, да, вот мы говорим про категорию времени здесь? Время, конечно же, да, мы видим, что если бы убрали отсюда эти шары, можно было бы назвать их объектами, экспонатами музеев античности, либо если это была бы парковая скульптура, то, соответственно, да, это, ну, парковая скульптура. Здесь же он создает жест художника и добавляет к ним этот шар, который он говорит о том, что... Сам художник говорит о том, что эти шары когда-то украшали викторианские сады. Это объекты, которые когда-то существовали там, и они были самоценны сами по себе, они выставлялись в парках, и это красивые такие вещи, которые отражают все вокруг себя, да, искажают, отражают. И вот таким образом художник совмещает разные времена и создает свои действительно такие вот очень кичевые, но очень хорошего качества объекты. И чтобы подтвердить вот то, как художник обращается со временем, как он превращает высокое искусство в обыденную профанную вещь, это следующий пример, я думаю, тоже всем известный, да? Совместно с Луи Виттоном Джефф Кунц разрабатывает серию сумок. Мне кажется, это вот одна из самых новых коллекций, где используются произведения известных художников. Это и да Винчи мы видим, это и Рубенс, и Ван Гог. И что делается, да, мы видим известные вот эти вот паттерны, элементы графические от Луи Виттона, но Джефф Кунц предлагает, опять же, как бы вот это вот музейное признанное искусство превратить в обыденную вещь, да, спустить ее с со стен музеев и дать в руки обеспеченным женщинам, чтобы они ходили, постоянно это носили. То есть опять время стирается здесь. Здесь пропадает ценность картин, здесь пропадает ценность работ тех художников, они превращаются в обычные принты. И опять же, для чего это создается и делается Джеффом Кунцем? Да, вот как вопрос, как вы думаете, для чего? Провокация. Провокация, да. Ну, чтобы показать, что эти вещи, они стали уже настолько, ну, настолько часто везде показывают, что они превратились в часть поп-культуры. Да, все верно. Да, если мы пойдем с вами в Лувр, то хорошо, мы попадем и увидим работы художников великих, но потом мы пойдем с вами в сувенирную лавку и купим, да, любой какой-то носитель, сувенир, исходя из наших, да, возможностей кошелька. Мы можем купить либо карандаш с изображением Джоконды, либо кружку, либо майку и так далее. Да? Поэтому здесь, конечно,
Художник всегда предлагает нам выбор, предлагает как раз, да, вот выбрать такой вариант, который мы не можем от него отказаться. Это настолько качественно, настолько это притягательно, что многие просто подпадают под обаяние этой красоты, но красота, она уже, да, теряет свою какую-то степень, высокую категорию, она становится вот красотой обыденной. Обычной вещью, в принципе, красота доступна всем, должна быть, да, и почему бы не стать обладателем такой красивой вещи. Маурицио Нануцци и его итальянский художник, концептуалист, и его известная работа «Все искусство когда-то было современным». Впервые эта инсталляция появляется на музее Альтес Музеем. Это древний старый музей, название, да, если переводить с немецкого, находится он в Берлине. И это музей искусства Древнего Рима и Греции. И, в общем-то, здесь, опять же, да, мы понимаем действительно верность этого высказывания, что когда-то все искусство, оно было современным, оно было вот, да, создано в сейчас. И когда эта надпись появляется на музее искусства Древней Греции и Древнего Рима, соответственно, да, здесь мы тоже понимаем вот этот вот посыл художника, что это было когда-то актуально для людей, что художники были современны для своих современников, и как бы, да, здесь уже стирается понимание того, что искусство может быть современным, несовременным в категории времени. И надо сказать, что вот вы видели эти надписи? Ну, вообще, на самом деле, очень много таких вот надписей. И, пользуясь таким случаем, хотелось бы сказать, что вот тольяттинцы и самарцы имели счастливую такую возможность видеть своими глазами эту работу благодаря выставке, которая была организована в галерее «Виктория». Это галерея, которая находится в Самаре. И благодаря куратору Сергею Баландину, который смог привести эту работу к нам в Самарскую область. В общем-то, здесь мы говорим уже о категории времени, когда художник пытается его зафиксировать. Когда мы понимаем, что время — это категория, которая постоянно изменяется, всегда все относительно времени, и, собственно, фиксация вот такой вот категории в один момент, да, вот следующая подборка будет посвящена этому. Аниш Капур, «Стрельба в угол», еще один художник современный, британский художник индийского происхождения. И здесь мы видим, это фиксация того следа, который оставляет катапульта, которая стреляет краску, которая смешана с воском, в стену. Как это выглядит со стороны, то есть это вот такая вот установка. То есть мы понимаем, что сейчас современное искусство, да, это не только статичные объекты, это в том числе и объекты, которые постоянно могут и видоизменяться, и двигаться. И здесь, собственно, представлена катапульта, которая стреляет краской. Есть специально обученный человек, который через какое-то определенное время приходит, заряжает, да, вот эти вот баллоны, и катапульта рандомно каким-то образом стреляет в стену. И таким образом в течение всей выставки, всего экспонирования мы видим, как изменяется очертание, да, вот этих вот ошметков, которые остаются на стене. И, соответственно, здесь есть жест художника. Он придумывает вот такую вот конструкцию, такой алгоритм, и все остальное, да, в течение времени меняется. Приходя утром, мы видим одну картину, и, допустим, если вы уходите вечером, да, и видите эту работу, соответственно, да, это постоянно изменяется. Меняющийся такой объект, и
Если говорить, почему художник использует красный цвет и почему именно такие материалы, в принципе, Анриш Капур говорит, что он и художник, и скульптор. Здесь мы действительно тоже, да, не можем понять, граница стирается, что это такое. Художник работает краской, мы видим красный цвет. Причем красный цвет для Аниши Капура один из таких, да, любимых цветов, потому что он и ассоциируется и с жизнью, он ассоциируется с смертью. И не зря у многих, допустим, вот российских искусствоведов есть ассоциация работ Аниши Капура с работами Хаима Суитина. Может быть, да, слышали такого художника, да, и, соответственно, да, вот эта вот краснота и, да, ощущение, что это внутренность человека, и как художник говорит, что это действительно, как бы, да, ассоциация вот с тем, что происходит у нас внутри, это и в буквальном смысле, и в переносном, да, если посмотрим на этот цвет, то полная ассоциация такая. В общем-то, да, это скульптура, которая изменяется во времени. Но в то же время здесь есть краска, соответственно, это и художник. И художник, и скульптор. В общем-то, я думаю, тоже вам известный художник, да, его была выставка в Музее толерантности в Москве. Я думаю, некоторые видели это вживую. Я не помню, была ли эта работа представлена, наверное, не было, да? Вот. Оливьера Боэти и художник, который известен тем, что он работает с картами. И, в принципе, его работа, да, называется «Маппа», буквально переводится как «карты» с итальянского языка. Художник, представитель арт-повара. И что он делает? В принципе, мы с вами видим здесь, это огромное такое полотно, это карта, и она изображает карту мира в определенный момент. И оказывается, что все карты, на самом деле, нам кажется, что границы, да, более-менее устойчивые. Но, допустим, когда он создавал эту карту там, в 70-х, 80-х годах, он вообще очень долго этим всем занимается, в какой-то момент, да, там рушится немецкая стена, падает, разваливается Советский Союз, и вдруг его карта становится неактуальна. Да, то есть государство существует, государство меняет свои границы, и, соответственно, художник постоянно должен обновлять свои карты. То есть, да, это все временно. Невозможно говорить о том, что вот это все постоянно, хотя нам кажется почему-то, да, что это должно быть уже постоянно, это устойчиво, что это может быть там в какие-то там древние времена, да, в империи поглощали другие империи, все было очень подвижно. Но и в наше время, когда вроде есть ощущение устойчивости, карты, границы между странами меняются. И здесь интересно в том числе и тот подход, который применяет художник. Конечно, он сам это все не делает. Он делегирует выполнение этих карт работницам, которые живут в Афганистане. Соответственно, он им дает установку, да, что нужно делать эту карту. Они начинают ее делать, и главное условие, которое они должны соблюдать, это, в общем-то, границы, да, четкость, границы, точное определение, и плюс границы, силуэт самой страны должен быть выполнен в цвете, собственно, страны, которая представляет этот кусок на карте. И были моменты, когда конфликт в Израиле, да, там шестидневная война началась, и, соответственно, да, вот непонимание вообще, что происходит, где же границы, что они изменяются, и в этот момент он как раз начал создавать свои карты, и к нему как раз пришла идея о том, что все-таки мы живем в неустойчивом мире, и карты сами по себе, он говорит, они прекрасные, они красивые, посмотрите, да, как они выглядят, но это тоже мир, который постоянно изменяется. Посмотрите, в каком мы неустойчивом все-таки мире живем, что все временно и даже границы наших стран. Объект The Tower, объект, который, наверное, сложно назвать его произведением искусства, это скорее такой объект, да, городская достопримечательность, находится в небольшом голландском городке, и здесь
сложно говорить, да, разные ассоциации рождаются, когда мы видим этот объект, это и сердце, и какой-то некий странный инопланетянин, но что делает этот объект, почему он горит разным цветом, да, это не то, что там разное время суток, и поэтому он изменяет свое освещение. Это был целый такой социальный городской проект, когда было решено, принято решение, что нужен какой-то объект, который ассоциируется с этим городом, и объект, который будет отображать настроение города. Соответственно, было разработано приложение, либо сайт, в котором жители этого города могли сказать, что они чувствуют сейчас. Да, я зол, я печален, у меня хорошее настроение, плохое настроение, я в депрессии, да, либо у меня эйфория, и все у меня замечательно, я счастлив и влюблен. И таким образом есть база данных, да, вот этих вот настроений, и, соответственно, если у горожан да, превышает какой-то там минимум определенное настроение, и у этого настроения есть определенный цвет. И, соответственно, этим цветом начинает гореть этот объект. Соответственно, мы можем представить, что, в общем-то, это и есть настроение этого города. Сейчас город чувствует, да, там, что он в ярости. Сейчас город чувствует, что он влюблен. И, соответственно, вот поэтому изменением цвета мы все это видим и отождествляем этот объект, и начинаем отождествлять просто с этим городом, с его состоянием. И понятно, что есть архитектура, которая постоянно, есть вот, да, сам город, тело города, но есть что-то неуловимое в нем, и объект вот, да, показывает эти вот временные изменения, постоянные изменения, которые происходят в городе. Это важно, да, нам чувствовать температуру города, что происходит в нем, и, конечно, люди определяют его и вот таким образом, да, показывают свое настроение, свое состояние. Ив Клайн, «Прыжок в пустоту», тоже известный перформанс. Чем он известен, собственно, да, художник, который продавал пустоту, но он еще, кроме того, что продавал, он еще в нее прыгал. И здесь мы видим момент, когда, в общем-то, зафиксировано состояние, да, вот это перформанс. Как его зафиксировать, это только с помощью фотографии. Соответственно, да, вот это временное, мгновенное движение, оно у нас застыло. Но кроме того, что... Кто-нибудь знает об этом? Знаете, да? В общем-то, понятно, что это фотомонтаж. Что художник, он, конечно, прыгнул, но прыгнул не на голый асфальт. Внизу стояли друзья Ива Кляйна и поддерживали ему мат, в который он прыгал. Но в чем смысл этого, вообще этой акции? Она была посвящена, да, в недавнем тоже мы праздновали 12 апреля полет Гагарина в космос. В общем-то, таким образом Ив Кляйн тоже захотел присоединиться и сказать, что все-таки он тоже прыгает в пустоту, как, да, Гагарин в небе летит, в космосе. Также и художник хочет сказать, что небо принадлежит Иву Кляйну, потому что на самом деле Ив Кляйн был помешан на небе. Он считал, да, что это его произведение искусства, и вот пролетающие птицы по небу портят его произведение искусства. Ив Кляйн еще, да, вот, чтобы на понимание, чем еще известен Ив Кляйн, у него есть свой фирменный цвет, очень яркий такой, да, ультрамариновый цвет, только он имеет право им пользоваться. И этот цвет посвящен, собственно, любви Ива Кляйна небу. И, собственно, да, здесь как бы, да, вновь признание любви к небу и попытка как бы перепрыгнуть действию Гагарина. Илья Кабаков, да, у нас опять всегда продолжается космическая тема. Илья Кабаков, человек, улетевший в космос из своей комнаты. Я думаю, на самом деле много таких произведений искусства, можно, да, там сейчас вспоминать, когда художник нам создает состояние, что вот сейчас что-то произошло, человек что-то сейчас сделал, а мы вот пришли и это увидели. Да,
да, вот какое-то состояние вот только-только, практически сейчас, практически, да, мы можем, может быть, еще как бы представить и услышать, что этот человек где-то летит на катапульте вверх в космос, и что здесь происходит в этой инсталляции? В принципе, Илья Кабаков известен тем, что создает тотальные инсталляции, то есть ощущение, что вы находитесь именно вот в этой ситуации, вы находитесь в комнате, в одной из комнат коммуналки, и что вы практически стали свидетелем того, что здесь происходило. И он создает ощущение, пытается восстановить среду коммуналки в своей работе. Что здесь происходит? То есть, да, мы видим коммуналку. Это среда, в которой рос Илья Кабаков и, да, ну, многие советские жители. И здесь есть ирония художника над тем, что вот, да, человек, который вырвался из среды, и опять же, он вырвался из такой очень, ну, плохой, да, среды обитания, и, возможно, она была настолько плохая, что он решил придумать себе катапульту для того, чтобы избавиться, да, таким образом от вот этого окружения и улететь в космос. Здесь же мы найдем в этой инсталляции как бы свидетельство соседей этого человека, который совершил этот поступок. Они буквально, да, мы читаем, и они как будто дают интервью, дают свои показания, что здесь произошло. Они говорят о том, что да, мы знаем, что он что-то изобретал, он нам рассказывал. Я пришла на шум и увидела прорванный потолок, и вот это случилось, то есть, да, полное ощущение того, что мы являемся, вот практически, да, мы были, там, пришли в гости к этой соседке, она нас проводила в эту комнату и сказала, что, ну, смотрите, что здесь происходит. То есть, да, вот это ощущение временности, сиюминутности, вот практически вы здесь сейчас были свидетелем этого, да, вот это вот ощущение рождает эта работа. Опять же, да, можно вспомнить работы у Ай Вейвея, когда он воспроизводит камеру, в которой он сидел, и мы можем вновь, да, попытаться ощутить ту среду, в которой находится человек. Также и здесь. Практически мы были свидетелями этого события. Энди Голсуорти, художник, который работает, это ленд-артист. И здесь мы можем говорить о категории того, что время, оно здесь, ну, является одним, наверное, из главных действующих лиц в его работах. И рекомендую, если вы не знаете этого художника, рекомендую посмотреть вам фильм «Реки и приливы». Это документальный фильм, в котором мы можем увидеть вообще весь процесс создания работ художника. Это такое неспешное, очень красивое повествование, в котором действительно время играет одну из главных ролей, потому что, конечно, есть человек, художник, волей которой он, да, своей волей берет в кулак и создает эти объекты, но они созданы из камней, из льда, из иголочек. И здесь вопрос, да, сколько времени он проводит над созданием своего объекта, который может буквально через несколько минут исчезнуть. Да, здесь представлен, например, практически, да, вот такой вот правильная сфера, сложенная из тонких пластин льда. Как она долго будет существовать, сколько времени, да, художник ее создавал. И в этом фильме мы можем увидеть, как он создает, плетет из иголочек, из каких-то тонких веточек, листочков свой объект. Он практически готов, но неверное движение руки, да, либо ветер сильнее подул, и все это рассыпается. И это мгновенное такое, да, действие, которое полностью разрушает труд художника. И здесь художник не может ничего уже с этим сделать, он просто беспомощен. Хотя он своими усилиями, да, своей волей, опять же, создает эти произведения искусства. И здесь еще, конечно, важно, что, создавая это все, опять же, тут остается только фотофиксация. Эти объекты находятся в среде, он создает их непосредственно в ландшафте, и
никто их не может увидеть. И только благодаря фотографии, да, мы можем увидеть эти временные объекты. Я прям крайне рекомендую посмотреть этот фильм. Это потрясающая вообще красоты. Посмотрите. Йозеф Бойс и 7000 дубов. Это акция. Опять же, да, вот если мы говорим про перформанс, про акции, про ленд-арт, это явления, которые временны по своей сути. И, соответственно, здесь главным свидетелем того, что все-таки художник что-то делал, это является видеофиксация и фотофиксация. А также и в акции Йозефа Бойса, где он действует не только один. Мы здесь, конечно, видим художника, но на заднем плане еще стоят люди. Это простые люди, которые становятся соучастниками процесса. И здесь время выступает в качестве, опять же, да, категории как протяженного какого-то действия. И действия, которое, ну, вот, невозможно не зафиксировать никак, кроме того, как просто сфотографировать. Эта акция растянулась на долгие годы, потому что она была достаточно такая трудоемкая. Были выставлены рядом в Вене, в центре города, были выложены базальтовые огромные блоки. И что предлагал художник? Он сказал о том, что вот эти блоки никуда не денутся до тех пор, пока все, кто хочет, могут взять этот блок, забрать его. Но забрать не просто так, его нужно установить рядом с деревом. То есть это была первая такая акция, когда, да, ее можно назвать эко-акцией, ее можно назвать первым таким явлением пассипаторного искусства, когда не только художник участвует, да, является создателем искусства, некого объекта, действия, но и простые люди. И, в общем-то, в течение долгого времени, даже уже после смерти художника, эта акция продолжалась, когда люди договаривались, да, они разбирали эти, тащили эти базальтовые блоки, вкапывали их в землю и рядом сажали дуб. И чему это была посвящена акция? В принципе, у Йозефа Бойса очень красивая такая... Красивый миф о том, что когда он, собственно, был участником, был солдатом во Второй мировой войне, был летчиком, и его самолет был сбит, и его спасли крымские татары, которые, собственно, его выходили, оборачивали его в войлок, в жир. И, в общем-то, да, если смотреть искусство Йозефа Бойса, там очень часто применяются вот такие вот вещи, вот эти предметы. И художник говорит о том, что как бы он посвятил эту акцию вот этому собственному спасению, и он хотел сделать эту дубовую аллею до территории России. То есть, да, как бы вот сказать свое спасибо, протянуть ее и показать, что, собственно, да, вот тяжесть этих базальтовых столбов сопоставимо вот с тем трудом, с теми усилиями, которые сделали, в общем-то, люди, которые его спасли, которые его выходили, и вот найти, да, вот какое-то такое сопоставление ценности человеческой жизни и найти какую-то такую вот форму в искусстве. Вновь Ив Клейн, вообще это специалист по разным таким вот перформансам, человек, который внес большой вклад в развитие современного искусства, тогда очень кондовая фраза, но на самом деле, вот если говорить, обобщать его открытие, то можно сказать так. И здесь мы видим с вами торговлю зонами нематериальной живописной чувствительности. Что делал художник? В принципе, он известен тем, что он продавал воздух, известен тем, что делал открытие выставок, и на этих выставках ничего не было. Он говорил о том, что, в общем-то, фигура художника вообще самоценна. Неважно, что он делает, он уже есть художник, в общем-то, все, что его окружает, это уже есть как произведение искусства. И любые его жесты являются, да, вот, прекрасными, являются теми
вещами, которые нужно фиксировать, и условно за них у них есть определенная ценность, в том числе и в золотом эквиваленте. И, соответственно, художник в том числе и продавал воздух. И за это, то есть у него была такая первая акция, когда все желающие могли за золотой слиток купить воздух у художника, они покупали, и что дальше происходило? В общем-то, владелец покупленного воздуха получал чек, на котором было написано, что он его купил у художника, и Ив Клайн был очень рассержен тем, что, в принципе, владельцы этих чеков вставляли эти чеки в рамы и, собственно, да, говорили о том, что вот есть, ну, фиксация того, что они сделали это действие вместе с художником. Для того, чтобы уничтожить в том числе и эти, ну, как бы свидетели этой акции, художник усовершенствовал свое действие, и он предложил такой вариант, что он встречался с покупателями воздуха на Сене и продавал им воздух. Они получали опять чек от него, но он выбрасывал золотой слиток в Сену, как бы, да, вновь превращал свое, как бы, достижение в ноль, а владелец этого чека должен был сжечь его. Соответственно, как бы здесь ничего не произошло. В итоге каждый остался с нулем, да, каких-то ценностей в руках. У них только в памяти, наверное, остается это. Ну и плюс все-таки, да, хорошо фиксация осталась. Да, можно было бы пойти до конца и сжечь там фотографии или вообще не приглашать фотографов на это действие. Вот, но все-таки Ив Клайн не был таким категоричным здесь, да, мы знаем только об этих акциях, мы знаем, что Камю в том числе тоже покупал у Ив Клайна воздух, и они проводили эту акцию на Сене. Для чего художник это делает? Опять же, для того, чтобы показать, что художник создает новые какие-то, да, для нас алгоритмы поведения художника. Художник не обязан оставлять после себя какого-то свидетельства своей работы. Здесь важен процесс. Результат, он может, да, вот быть разным совершенно. То есть художник ломает все, как бы, наши такие представления, ориентиры о том, что, да, там, что художник должен там писать картины. Он должен писать свой шедевр в течение 10 лет. Для того, чтобы написать картину, он должен сделать пару тысяч эскизов. Да, и мы потом можем пойти в музей и увидеть эти эскизы и этюды, и потом, собственно, саму работу, и понять ценность работы, вот исходя из таких вот, да, его трудозатрат и ресурсов. Здесь художник говорит о том, что нет, посмотрите, я художник, да, вот я говорю о том, что небо принадлежит мне, и все об этом знают, и, в общем-то, я могу продавать некие такие нематериальные ценности. Потому что, по сути дела, да, что, из чего состоит картина, она состоит из холста, из масла, но это не то, что нас восхищает. Нас восхищает действия самого художника. И здесь мы говорим о ценности наших реакций, не о ценности, а, как бы, да, вот ценная реакция наша. И вот здесь вот художник, да, становится таким спекулянтом и покупает, коллекционирует наши чувства. Ну, в общем-то, на этом все. Если делать такой итог, то, в принципе, я хотела вам рассказать о времени, о категории времени в искусстве. На самом деле эту подборку можно, да, делать больше, больше, больше. Это целое исследование. И важными моментами, такими вехами, которые я хотела бы отметить, формирование вот категории временности в искусстве, является появление перформанса, акций, которые сделали художники. Самое последнее, это вот один из самых-самых свежих проектов, который сейчас
находится, сейчас я скажу, где это происходит. Это молодой итальянский художник, который известен с тем, что он создает в том числе и вот такие вот архитектурные объекты. Коучелла, да, фестиваль, который проходит сейчас в Калифорнии. Объекты, да, здесь мы видим с вами архитектуру, которая создана из, так, как это называется? Сетка. Это и сетка, и, ну, такие более жесткие. Каркас. Ну да, некий каркас металлический. В общем-то, художник воссоздает архитектурные объекты. Я думаю, это достаточно такой долгий процесс монтажа, очень сложный. Но для этого фестиваля эти объекты будут, ну, они были сделаны, и останется в итоге объект только вот один маленький, все остальные будут демонтированы. То есть, да, вот это вот понять, соотнести те ресурсы, то время и количество людей, которые принимали участие в этом проекте, и ощущение того, понимание того, что это будет разобрано, это будет демонтировано. Да, то есть это временная архитектура. Мы понимаем, что это не постоянный объект, мы видим, что он не настоящий, да, он не до архитектуры, не выполняет полностью своих функций, но в то же время это объект, который сопоставим именно по вложениям с настоящей архитектурой. И еще здесь важно отметить, что так все. Да. Эти фотографии сделаны Роберто Конте, в общем-то, он был на этом фестивале. Это, если, да, все видели фотографии Роберто Конте здесь, он является участником фестиваля ДОКа. И, в общем-то, когда мы к нему обратились, спросили, можно ли использовать его фотографии, чтобы показать, рассказать про его один из свежих проектов, да, фотопроектов. В общем-то, вот он сказал да. Нет, нет, да, ну, то есть, еще вопрос, конечно, к Эдуардо Тресолди, какова его роль, да, как художника в том, что он создает, потому что, в принципе, что он делает, он придумывает саму идею, он, и это все. Все остальное создается руками других людей, чтобы это существовало, да, буквально там на время фестиваля, и потом все это разбирается, демонтируется опять же этими людьми. Вот. На этом все. Это какая-то копия какой-то итальянской церкви, или это общий образ? Нет, это общий образ. То есть, просто, да. Он предыдущая работа была в Дубае, там какой-то шейх попросил его сделать итальянскую пьяцу. Это Дубай. И в общем, он сделал такая красота, ну, типа, ну, ренессанс, да? Ведь среда, ну, и там организовали такое гала, ужин, гала, святые шейхи и так далее. И окружающая среда, это Дубай, но это Италия уже. Потому что очень передает. А здесь тоже, ну, Коачелла фестиваль это такой, а искусство, да, и музыка фестиваль. И вообще, ну, это Калифорния, и это, да, какой-то Флоренция. Да. Но это не прямое копирование, то есть он, как бы, да, вот из релиза написано, что это неоклассика и барокко. То есть, да, это просто некий образ. Он просто, да, такие. И он самый, один из самых, ну, таких актуальных, известных, да, и Роберто Конте, это его фотограф, ну, стал последний год его фотограф, и с ним путешествует. Лекция ваша временная. Может, вопросы есть? Вопросы? Нет? Комментарии? Ну ладно. Спасибо огромное.